Что скрывают знаки зодиака? Каждый человек что-то скрывает от своего окружения. Астрологи выяснили, что во многом наши секреты и тайны зависят от того, под каким знаком зодиака мы появились на свет. Овен. Представители огненного созвездия часто скрывают, что подвержены влиянию окружения. Они могут делать вид абсолютной независимости, доказывать окружающим то, что на их мнение невозможно повлиять. Однако те люди, которыми они восхищаются, или те, с которыми овны сильно связаны, могут повлиять на импульсивных представителей этого созвездия. Нередко овны скрывают комплексы, которых у них в избытке. На поверку самые непробиваемые и уверенные в себе представители этого знака могут оказаться мягкими и добросердечными. Напор и бравада порой просто необходимы овнам для защиты своего богатого и ранимого внутреннего мира. Телец. Тельцам свойственно прятать под семью замками свою личную жизнь. Они не афишируют своих романтических отношений, даже при разговоре с близкими друзьями, стараясь скрывать чувства и эмоции ото всех. Нередко тельцы умалчивают о своем материальном положении, считая неприемлемым подобное обсуждение. Зачастую об их реальном финансовом положении не знают даже близкие родственники. Рожденные под этим знаком преуменьшают свои доходы и стараются уйти от разговоров, касающихся денежной и личной стороны жизни любыми путями. Близнецы. Этим представителям зодиакального круга присуще прятать свои мысли и истинное отношение к людям. Они могут проявлять доброжелательность к одним, называя друзьями совершенно других людей. Зачастую близнецы проявляют показное уважение к людям, которых в душе презирают. Маски, которые ежедневно носят близнецы, буквально меняют их, делая недоступными их мысли и желания. Нередко представители этого созвездия скрывают свои увлечения и привязанности к не самым полезным вещам, к примеру, свою игроманию. Они буквально упиваются тем, что вводят в заблуждение людей, которые не подозревают о наличии тайной жизни хитрых близнецов. Рак. Скрытные по своей природе раки прячут от посторонних глаз буквально все. Представители этого знака зодиака нередко боятся сглаза или иного вреда своей личной жизни. Вряд ли у вас получится выпытать у них подробности взаимоотношений в семье. Да и вход в сам дом будет доступен лишь избранным. Раки искренни и ранимы, поэтому стараются спрятать свои истинные чувства за броней безразличия и холодности. Эти люди доверяют лишь тем, кого давно знают, и тем, кто прошел все их тщательные проверки. А таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Лев. Львы тщательно скрывают от окружения пробелы в знаниях и неуверенность в своих силах. Заподозрить в горделивом представителе огненного созвездия такие качества просто невозможно. Однако нередко львы приступают к делу с энтузиазмом лишь для того, чтобы их не заподозрили в неумении или недостатке осведомленности. Часто львы скрывают свои планы на жизнь. В молодости они охотно делятся своими мыслями, однако в более зрелом возрасте предпочитают отмалчиваться. До тех пор, пока заветная цель не будет достигнута. Дева. Предпочитают скрывать свои амбиции. Для них характерно вести скрытный образ жизни, не привлекая внимания к своей персоне. Они молча добиваются всего, что им нужно, чтобы никто не мог воспользоваться добротой дев в своих корыстных целях. Добросердечные и отзывчивые представители этого знака привыкли к такой скрытности, чтобы окружающие люди не могли манипулировать ими. В связи с этим девы нередко скрывают и свою материальную сторону жизни, предпочитая отмалчиваться о реальном уровне заработной платы. Весы. Весы нередко прячут от окружения свои тайные пристрастия, чтобы не вызвать волну неодобрения. Они боятся, что их наклонности могут стать известны широкому кругу людей, поэтому ведут двойную жизнь. Кроме того, весы часто скрывают свое отношение к тем, с кем им приходится часто контактировать. Они не будут подавать вида, если вы им не по душе, так как они против любых конфликтных ситуаций. Весам проще играть на публику, чем ввязываться в ссоры и разговоры на повышенных тонах.
Скорпион. Скорпионы нередко пользуются помощью окружающих людей. Но делают это таким образом, что никто и не догадывается об истинных намерениях представителей этого знака. Они не желают лишаться подмоги, поэтому нередко говорят одно, а поступают совершенно иначе. Нередко скорпионы утаивают свою любовь, проверяя партнера на взаимность. А порой просто желая избавиться от непрошеного чувства. В таких случаях скорпионы могут быть невыносимыми. Язвить и всячески показывать свое напускное равнодушие. Стрелец. Стрельцы обладают многогранным характером. Поэтому порой сами не знают, как поступят в сложившейся ситуации. Они прямолинейны и способны спокойно ответить практически на любые вопросы. Но сказать, что будет происходить с ними через несколько мгновений, не решаться. Многослойность личности стрельца скрывает многое. Порой недоступное и самим представителям этого знака. А вот свое трепетное отношение к всякого рода оккультным знаниям стрельцы предпочитают утаивать. Они нередко доверяют мнению ведущих астрологов, присматриваются к знакам, которые их окружают, и часто берут на заметку предсказания эзотериков. Козерог. Нередко козероги скрывают свои доходы. Причем о крупных они с радостью сообщат. А вот если испытывают денежные трудности, то предпочтут отмолчаться. Представители этого знака нередко скрывают свои чувства, особенно в дружеском общении. Они дорожат истинной дружбой, но боятся показать привязанность, чтобы не оттолкнуть тех, кто им действительно дорог. Нередко козероги скрывают свои чувства из-за нежелания привязаться к конкретному человеку, зная, что совместного будущего у них нет. Водолей. Представители этого знака часто утаивают свое равнодушие. Они выполняют все, что необходимо для общения с окружающими людьми. Но втайне равнодушны к коллегам по работе и знакомым. Часто водолеи лишь выполняют предписанные правила общения, чтобы никто не смог понять их реальный взгляд на вещи. Планы на будущее и личная жизнь также становятся тайные, которую водолеи оберегают с наибольшей тщательностью. Они боятся одиночества. Поэтому и это знание от вас будет сокрыто. Рыбы. Рыбам свойственно скрывать свои страхи и даже фобии. Они стараются выглядеть доброжелательными и не перестают улыбаться, даже если у них на душе скребут кошки. Рыбы редко посвящают окружение в свои проблемы, предпочитая самостоятельно справляться с трудностями. Милосердные рыбы тщательно утаивают ото всех свою ранимость и зависимость от людей. Часто представители этого знака скрывают свою лень. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда.